Приветствую на обзоре нож от новый бренд, так сказать, Yeoff & Grow. Они выпускают уже ближе к премиум сегменту бюджетному, так называемая модель Cetivian. Здесь значок такой и надпись. Это модель ST-102. Рукоять G10, 3D обработка, очень такая аккуратненькая, полукруглая, все прекрасно сделано. С противоположной стороны все аналогично, плюс клипса глубокой посадки, ну к ней они что-то привязали, типа куда темлячок вешается. Отлично, не гнется, гибкость пружинит хорошо, отлично. Клин строго по центру. В осевом у нас подшипник. Это флиппер. Открывается затворник. Открытие идеальное. Лайнер лок. Замок. Лайнер заходит практически полностью. Но запаса еще практически 2/3 есть. Лайнеры облегчены с одной стороны. Вес ножа всего 112 грамм. Баланс практически почти. Чуть-чуть смещенную к рукояти, но на подпальцевые выемки. В хвате, кстати, удобный хвате. На обухе у нас небольшая насечка, ну такая агрессивная. Хорошо держит хват любой, отличный. Сам клин. Вот такой вид, сатин. Спуски почти от обуха. Небольшая фальшь присутствует. Здесь у нас обозначена модель с другой стороны. Точнее, бренд. С другой стороны у нас модель и сталь. Сталь D2. По обуху у нас 3,5. Сведение практически идеальное. 0,4. Габариты ножа. Общая длина ровно 20 сантиметров. Точнее, 21/10. Длина клинка у нас EDC-шная 8,7 десятых. Если брать режущую кромку, то же самое получается. 8,7. Вот такой интересный нож. Очень качественно исполнен. Качество практически идеальное. Рекомендую.